这不是我小姨子放暑假了吗？然后想勤工俭学，想上个班，说积攒经验，说不搁一卡这面上，非要上索契去。今天呢，这我大姨姐不是，今天这优劣过来，千叮万嘱咐啊，到那块啊，可得看好老妹儿啊，万要受欺负啥的，及时要给我打电话。我说你放心吧，我呢私底下偷摸的跟小姨子商量好了，其实给优劣也订票了。优劣之前为什么不去呢？比较懂事儿，他呢学跳舞嘛，教几个学生，为了想多挣两个钱儿。然后呢今天呢上楼千叮万嘱咐我呀，给我洗脑啊，说咱俩认识这么长时间呢，有点对咱项目很久都不够了去。还能给我俩整曲儿呢吗？我的赞曲吗？哎对去嘛要别死呢。Мы с тобой уже в одно 3 года вместе. Да. И с тех пор, как приехала Аня, мы с тобой очень часто ссоримся. Вот. Я, конечно, понимаю, что вы поедете в Сочи, вы там... Короче, я тебе доверяю, честно. Да. Вот. Но я хочу, чтобы ты смотрел за ней, чтобы она там с мальчиками не гуляла, была аккуратнее. Вот, все равно...Работа в другой город страшно. Я помню. Вот. И, ну, да, вы, понятно, там будете кушать вместе, все такое, но я хочу, чтобы вы все-таки спали... А, ты что переживаем? Я стану вместе спать, я такой, да? Да. То есть из-за этого? Да. Все, Юля, тихо уже. В смысле? Все, ты вообще не буду переживать. В смысле?